В здании детского сада на улице Постышева 7А во Владивостоке начали капитальный ремонт. Несколько лет здание находилось в неприглядном состоянии и не использовалось. Его удалось вернуть в муниципальную собственность. Сейчас на строительной площадке рабочие занимаются устранением трещин, укрепляют дверные оконные проемы. Ход работ прибыли проверить специалисты строительного контроля. Значит, детский сад у нас не функционировал 7 лет. Производим капитальный ремонт. Очень много у нас проблем возникло со зданием. Существующие там некоторые моменты, трещины так называемые, да, в здании. То есть приходится их устранять. Все, что мы здесь делаем, мы идем в графике. На данный сегодняшний день у нас, значит, полностью демонтирована кровля, зачищена, демонтирована, и на нее, значит, наплавлена пароизоляция. Внутри всего садика мы сейчас будем устанавливать, у нас по проекту идут, значит, мы сейчас делаем перегородки. Электрики у нас уже пришли, как вы видите, да, все наши проводят, электросети начинают уже там все проводить. Двухэтажное здание на улице Постышева 7А запланировали капитально отремонтировать в прошлом году. Там появится учреждение на 130 мест. По проекту в детском саду будет 6 групп для детей разного возраста, в том числе группа временного пребывания. Также разместят пищеблок, музыкальный и спортивный залы. Диана Иванова, новости на 8-м.